Дорогие Кристина и Денис, сегодня один из самых замечательных дней в вашей жизни. Ну, другой такой, я думаю, это будет рождение вашего первого ребенка. Хочется пожелать в этот день вам, чтобы вы, самое главное, доверяли друг другу. Любовь – это чувство, оно со временем угасает. Но преданность, верность и доверие друг другу остается. Поэтому я хочу, чтобы вы доверяли друг другу, верили, ценили каждую минуту и каждый прожитый день рядом. И не отвергали своих родителей, когда они будут приходить к вам с теми или иными советами. И в первые дни, когда у вас будет первенец, давайте им поиграться, насладиться, вспомнить те дни, когда вы были маленькие. И я уверен, что у вас все будет хорошо. Сегодня 18 июля 2015 года в городе Орле ваш брак зарегистрирован. Вы объявляетесь мужем и женой.